Силовые машины. Надежный партнер в создании и модернизации мощностей для энергогенерирующих компаний. Развитие мировой энергетики ставит перед компанией новую задачу – производить инновационные продукты, расширять продуктовую линейку. Для этих целей компания «Силовые машины» построила и запустила новый производственный комплекс. Он расположен в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга, что отвечает требованиям вывода промышленных предприятий из центра города. Преимущество такого расположения – близость к КАТ, железной дороге, причала для отгрузки крупногабаритных изделий. Первая очередь состоит из двух производственных корпусов – корпус аппаратного производства и корпус тихоходных турбин, где сосредоточены основные инновационные разработки. Четырехпролетное здание общей площадью 22 тысячи квадратных метров построено с использованием инновационных технологий и вмещает самое грандиозное оборудование. Во всех цехах температура плюс 20 градусов круглый год. Отсутствие температурных перепадов исключает даже малейшую погрешность при сборке деталей. Полы выдерживают нагрузку до 50 тонн на квадратный метр. Сварка ротора здесь происходит в вертикальном положении. Высота вертикального стенда 20 метров. Технология орбитальной сварки исключает прогиб ротора и увеличивает точность. Корневой шов ротора подвергается визуальному контролю через эндоскоп и проверяется на рентгенотелевизионном комплексе для получения точных данных о качестве сваренного соединения. Роторы испытываются на уникальном балансировочном вакуумном стенде. Здесь ротор разгоняется до своей рабочей скорости 3600 оборотов в минуту. Для доставки готовых деталей из цеха применяется уникальная транспортная система. Эти 54 колеса способны нести на себе 325 тонн груза. За счет отдельного поворота каждого колеса машина имеет максимальную маневренность. Инструмент самого высокого качества подготавливается и настраивается на специально оснащенном участке. Это позволяет достигать высокой точности и производительности оборудования. Все станки на предприятии управляются автоматически. Рабочие места включены в единую информационную систему силовых машин. На предприятии реализован принцип единства сборки. Сопрягаемые детали обрабатываются на одной поверхности. Обработка происходит на том же оборудовании по одной программе и в едином температурном режиме. Так достигается собираемость деталей и узлов, отпадает необходимость их дополнительного совмещения. Комплекс рассчитан на производство паровых турбин и турбогенераторов мощностью от 500 МВт для крупных тепловых энергоблоков и атомных электростанций. Здесь также создаются паровые турбины для атомных станций в быстроходном и тихоходном исполнении мощностью 1200 МВт с возможностью расширения линейки до мощности 1800 МВт. Компания «Силовые машины». Компетенция, опыт, масштаб –